А мы продолжим. А вот в Мангистауской области участники проекта «Jazz Project» получили по 1 000 000 тенге, а еще получили возможность трудоустроиться. Победителями стали 63 молодых предпринимателя в возрасте от 18 до 29 лет. Подробности в материале нашего корреспондента. Проект развития молодежного корпуса «Jazz Project» реализуют в Казахстане с 2017 года. Он нацелен на сокращение числа безработной молодежи. В этом году в качестве пилотного он проводился не только в Мангистауской, но и в Алматинской, Жетысуской, Карагандинской и Улутауской областях. Жанила Калышбаева в числе счастливчиков, получивших грант. По образованию девушка логопед и дефектолог. Со студенчества мечтала открыть свой кабинет для помощи детям. Это стало возможным благодаря программе «Jazz Project». Благодаря проекту «Jazz Project» я открыла кабинет логопеда. В настоящее время набираю детей. Раз в неделю бесплатно принимаю ребят из социально уязвимых семей. В этом году на получение безвозмездных грантов от государства подали заявки 532 жителя Мангистауской области. Из них отобрали 63 проекта. Большая часть участников – это нетрудоустроенная молодежь. Сейчас мы в рамках бюджета проекта закупаем все необходимое для открытия бизнеса, в зависимости от направления. По плану все проекты должны быть реализованы до конца ноября. В финальном мероприятии 63 проектов-победителей отберут 5 лучших, которые получат дальнейшую поддержку. Также в рамках «Jazz Project» в регионе организуют форум и выставку социальных идей. Айнура Жуанышпаева, Куралай Алтынбековна, Новая.